Здесь, в хуторе, проживает более 300 ребят, и одной площадки для такого числа детворы маловато. Старые конструкции давно пришли в непригодность, а на смену ей появилась новая, яркая и многофункциональная детская площадка. Приобретение и установка ее за средства предпринимателей. Со всеми местными бизнесменами администрация Анапы подписывает соглашение социального партнерства. Первая зона для детей постарше открылась давно, а вот эта возводится для малышей. Идут последние штрихи по установке качелей. Площадка сразу полюбилась всем маленьким непоседам. Она светлая, детям будет интересно, и я рада, что ее построили, и тут качели больше, не будут драться никто за них. Мне нравится, что там новая беседка, а там на старой не было беседок. Появлению таких площадок не меньше ребят радуются родители. Теперь им не нужно уходить далеко от дома, чтобы погулять с детьми. Разделить на зоны, где старшие детки играют, а где маленькие, потому что тут не всегда удобно было с маленькими детками, потому что большие не замечают маленьких, и места мало. Так вот расширили, очень хорошо стало.